А бег разве ты не должен был ее пропустить? В соответствии с правилами дорожного движения понятие «пропустить пешехода» не существует. Существует понятие «уступить дорогу». Так вот, если я своими действиями не заставляю пешехода изменить скорость или траекторию движения, считается, что я уступил дорогу. Хотите знать больше? Заходите на сайт Drive2KG.